Это телепроект «Продорожник» на Первом муниципальном канале, где мы говорим про взгляд на мир из-за руля. Мы находимся по адресу улица Кирова, 67. Именно здесь, в Донецке, находится центральное представительство компании «Хада». Здесь не только можно купить продукцию данной торговой марки, а также можно на фирменном сервисе заняться обслуживанием своего любимого автомобиля. Сегодня время большого интересного теста. У нас есть три автомобиля разного класса. Это Deo Lanos, Dacia Logan и Nissan Qashqai. Сегодня что будет происходить? Три этих автомобиля будут проходить обработку самым классным ревитализантом от торговой марки Хада. Они будут проезжать определенное количество километров, и мы с ребятами через месяц увидимся и посмотрим, что было до и что стало после. Как это все происходило, дальше в нашем сюжете. Поехали! В один из автомобилей, а именно в Nissan Qashqai, будет заливаться вот этот ревитализант. Чем он хорош, как мне объяснили, что многие водители не хотят ждать большого пробега, а хотят получить сразу какой-то эффект и почувствовать изменения в работе своего автомобиля. Как раз это чудо-средство, которое называется Maximum SUV, в этом им поможет. Так, главный ревитализант формирует на поверхности деталей металлокерамическое покрытие, тем самым восстанавливает рабочие поверхности и компенсирует текущий износ деталей двигателя. Но что начинает самая первая работа, как вы только залили и поехали, стартанули со светофора, это агент 2D скольжения. Здесь тоже о нем написано. Обеспечивает сверхлегкое скольжение между деталями двигателя. И это очень важно. Скрипеть поршня не будут, обрубашку двигателя, это точно. И кондиционер металла. Здесь про него написано внизу. Что он делает? Упрочняет смазочную пленку, обеспечивает дополнительный уровень защиты от износа и оптимально сочетается с ревитализантом. То есть три в одном. Супер современное средство от компании Хада. Сегодня будем лечь современный автомобиль Nissan Qashqai. В принципе, техническое состояние каждого из трех названных автомобилей не вызывает никаких пока что опасений, за исключением того, что, скажем, Dacia Logan, пробег которого составил 32 тысячи на сегодняшний день, у него, значит, выхлопной скопилось много масляного налета. Угу. Сделали ревитализацию, замену масла ревитализацию на всех двигателях, не только двигателя, но и коробок перемены передач. Uh-huh. Вот. А также провели, значит, внесли очиститель топливных систем во все три автомобиля, вот, для того, чтобы очистить топливную систему, и в дальнейшем опять же мы проведем обработку. То есть, как минимум, в Dacia Logan должен пропасть нагар, устраниться, в Deo Lanos должен уменьшиться расход, и Nissan проедет 1000 километров, а по показателям, как проедет 10, то есть все будет нормально. Да, мы проверим после этого и качество масла, которое туда было залито, проверим еще показатели по компрессии, скажем, посмотрим, определим. Компрессия должна возрасти. Сейчас наблюдается некоторая неравномерность компрессии, скажем, mm-hmm. у Deo Lanos, вот, по отдельным цилиндрам. Эта компрессия должна выровняться по всем цилиндрам, вот, и быть стабильной по всем. Подтвердятся ли слова Ивана Николаевича и получат ли все автомобили эти заявленные изменения в нашей следующей программе? Не пропустите. Хаду, получи максимум. Итак, прошло каких-то 3 часа времени, и наши автомобили успешно обработаны. Иван Николаевич рассказывал нам подробно, что с каждым автомобилем было и что с ним станет. Но я хочу пообщаться непосредственно с владельцами этих иномарок. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вы владелец автомобиля Dacia Logan. Совершенно верно, Dacia Logan. Почему решили воспользоваться торговой маркой Хада? Ну, в общем-то, много говорят, и нужно проверить самому.
Вот, потому что у нас сам человек пока не пощупает, он никогда никому не поверит. Представляю, Владимир, обладатель самого распространенного сейчас автомобиля. Раньше это был ВАЗ-2101, а сейчас Лана, все ездят на Ланосах. Хороший рабочий автомобиль. Владимир на нем тоже работает, много ездит и немножко повышен расход топлива, правильно? Да-да, совершенно верно. И надо, чтобы такого не было. Ну и, соответственно, да, была залита, как это говорят, присадка для того, чтобы топливо уменьшилось, уменьшился расход топлива. Кроме того, как сказал Иван Николаевич, что на крышке, там, где масло, вот, был налет, а это очень нехорошо, то есть масло было некачественное. Видите, мои дорогие, получается, даже если вы обладатели новых автомобилей, к сожалению, все жидкости, которые мы вливаем вовнутрь, то ли бензин, то ли какие-то присадки другие, могут оставлять желать лучшего. То есть у ребят фактически, ну, автомобили новые, там по 5 лет, даже может быть меньше, тем не менее, есть какие-то нюансы. Ну, медленно переходим к автомобилю совсем новому. Это Александр, он владелец автомобиля Nissan Qashqai, отличный автомобиль. Вскрытие показало, что все с автомобилем отлично, но чтобы не было перерасхода или налета, Александр решил прибегнуть к ХАДа. Так ли это? Все правильно. Здрасте. Вы правильно сказали, нечего добавить. Вот. В целом я поражен тому, что я увидел. Такое ощущение, что я побывал в операционной, как будто бы это больница для автомобилей. Вот специалисты все очень высокой квалификации. Вот. Иван Николаевич меня поразил, он знает автомобили все. Вот. Все, что делалось, я на это взирал с большим восхищением. То есть, спасибо, Александр. Встретимся с ребятами через месяц, посмотрим на изменения. У Владимира должен пропасть этот налет в выхлопной трубе в автомобиле, у Владимира снизится расход, ну а у Александра автомобиль должен стать еще лучше. Наш эксперимент... Да, верю. Эксперимент наш начался. До встречи с ребятами через месяц. Ну а вы, мои дорогие, можете приехать прямо завтра или прямо сейчас по адресу Кирова 67 и сами поучаствовать в таком прекрасном эксперименте. Телепроект «Продорожник», Александр, Владимир. Владимир, ну и, конечно же, компания «Хада» в Донецке. Поехали!